видел, как бы такое, и там уже рассматривается, консульство рассматривает, продлевать ее или нет. И в таком же случае, как бы, разрешение получать, чтобы выехать. Тихо. Давай, я залез под диван, наверное. Бедненький. Ну, так узнавай, бля, прямо сейчас. Зато в школу я пришел. Секунд. Еще 10 секунд. Всего 5 секунд. Гражданский в опасности. Жив лишь один противник. Группа противника уничтожена.